Целая категория 65 килограмм. Херашев Стас Би, Галяма Вячеслав. Готовится Самойлов Олег, Варламов Рамбалдец. Понял. Так, не застаивайся перед ним. Смотри, ножки внимательно, лови ноги. Ручки внимательно, да. Нет, нет, руками встречай. Здесь надо встречать его. Когда он бьет, встречай руками. Ловить ногу надо. Руками встречай. Ну. Встречать надо в разрез, Скат, в разрез. Нет, нет. Не-не-не-не. Разрез бей. Ножки лови. Голову, да, пропусти. Ага. Ручки, держи, держи, руки. Не за. Хорошо. Не достаешь, не достаешь. Больше ударов добавляй в разрез, когда бьешь. Ноги лови, ноги лови. Лови ноги. Боксер красным поясом уделяет замечание за ухо за пределы двора. 2 минуты прошло. Давай, минута осталась. Ножки лови. Давай, 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 все уже, сам дальше. Так уже проигрываешь. Ноги лови. Лови ноги. Все, 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 все. Зарубись, зарубись. И дальше, дальше, дальше ножку добавляй. Смотри, подбив проходит. Не стой, не стой, не стой. Стоишь. Подныривай под ручки, подныривай. Ударил, ударил и сразу подныривай. Много отстоял. Там все равно без вариантов было. Не, красиво надо было зарубить хотя бы. Смысл, как бы он и так наш сдох. Сила экономит, но будет открытое место, все равно. В этом бою единогласно решение судей победу одержал спортсмен с синим поясом. Один с красным поясом, Кирашев, Стадбик, будет сейчас в схватке за 3-е место.